Рустам Миниханов на форуме в Давосе планирует принять участие в 6 сессиях, а также встретиться с руководителями нескольких компаний. Напомним, накануне открылся Всемирный экономический форум. Завтра президент Татарстана примет участие в деловом завтраке. ФАС обяжет аптеки предлагать покупателям самые дешевые аналоги лекарств. Так должны повысить доступность цен и ассортимента препаратов за счет предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств. Утром на проспекте Ямашева в Казани произошла авария с участием двух автобусов. В салонах находились 72 пассажира. Четверо пострадавших доставлены в городскую больницу. Для ликвидации последствий привлекалось 24 человека и 7 единиц техники.